Джон Бапаев, Тарас. В Алматы состоялась ежегодная церемония вручения премии фонда первого президента Казахстана, лидера нации. Учрежденная в 2008 году, награда присуждается перспективной молодежи, самым ярким представителем науки, культуры и искусства. Обладателем премии становится победитель конкурса в своей отрасли. В этом году комиссия рассмотрела 90 конкурсных проектов. 17 из них были признаны лучшими. Среди них ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Дмитрий Сушков, художница Вахыт Бубиканова, архитектор Канат Курганов, молодой хирург Серик Бекбусынов, принимавший участие в первой пересадке донорского сердца в стране. Награжден премией и обладатель уникального голоса, солист театра оперы и балета Астана Опера Булат Есимханов. Эти конкурсы нам нужны, особенно для нас, для людей. Творчество – это, знаете, это вот как бы отметка нашей деятельности, то, что мы достигли чего-то, то, что мы вернулись в свой Казахстан, и что нас всегда отмечают, это гордость для нас, потому что мы развиваемся, у нас новый город, тем более новый театр, и мы должны этот театр вывести на мировой уровень, как Ла Скала, как Метрополитен Опера, как Гранд Опера.